хлеб мает вообще. Хватит медведей объедать. Чистая, золотая, вот настоящая должна быть. Нам привезли, конечно, нашу пасту, просто травы. Ну, сейчас я чуть сильно не перебуду. Ай, малыш. Надо было оставить, не отдавать им свою, а эту так в музей. Иди сюда, малыш. Музей мы тоже ходил, было бы оставить. Иди сюда. Иди, малышка, сюда. Ой, наметила уже территорию, правильно, иди сюда. Ты что? А тот фильм, который тут снимали, а его не было? Ну, конечно, да. Яблоки, груши, чего? Яблоки, да. Фильм. Не знаю, может, яблоки сладкие? Да, сладкие. Год назад это было зимой. Да, хотя бы тоже. Да, Красавица. Как страшно. Страшно. Не бойся. Все будет хорошо. У тебя все будет хорошо. Я тут была. Моя умница. Плавать любит. Плавать любит. Бассейн вон сюда перевернутый. Ну, виноград, финики, наверное, да? Давали? У нас есть финики. Да, рыбу. Ну, давали. Крудовали. Хорошо, вы там живете. Даже, наверное, снять рыбу. Слушай, поскольку мы столько этого лосося скормили, я не думаю, что ко мне будет. Нет, закусочка не была. Нет. Это закусочка. Такая, такая маленькая, боже мой. Никого не писала, вроде. Только игралась. А так никого. Что ты там увидела? А, там лошадка. Так нравится, как они стоят. Как эти, как дети в шубах. Как эти, шубикаты. Не-не-не. Как эти, дети в шубиках вот так вот выглядят. Давайте снимем с ними шлейку. А, ну вот, теперь тебе хорошо. Теперь с тебя сняли лишнее, то уже все, шеф в том форме. Мелочь. Садись, Катя. Совсем мелкая. А сколько ей? До месяца. Да, что ты все это мне даешь? Ну, маленькая еще. Маленькая такая. А потом зуб меняться будет, определить пример. Дюдюкое, вон там натер тоже. Ну что? Теперь зарастайся. Где моя сожжение? Ты же страшные люди. Вокруг страшные незнакомые люди. Что делать? Как жить? Медведь. Тихо. Иди сюда. Что, он такой вырастет? Угу. Ну, это и маленький еще, 3 года. 3 года? Они еще малыши. 4. Ну, 3,5. Ну, штан не видел, он еще один. Иди сюда, малышка, иди скорее. Ну, это как Саната не лезет обниматься. Она только приехала. Саната вообще приносит. Сейчас она привыкнет, а мне хочется. Нет, я имею в виду Санату. Ты не забывай, что ты с Санатой через решетку была. А здесь мы без заграждения. Это совсем другое. Бля, я про Машу говорю. Она же заходила, эта Саната.
Через сколько времени это прошло? Недели полторы. Она-то решила, что это ее место. А это тут, она вообще ничего не понимает, что происходит. Ей нужно время, да? Чувак. Подойдешь, красавица моя? Сложно тебе, маленькая девочка. Страшно? Легче стало. Да? Так, молоко нам надо заказывать. На молочную кашу есть. Надо? Угу. Надо Ире написать все срочно. Просто написала. Свой помеченный уголок.